Кошка Пипата, ты знаешь, что у меня на канале уже 100 подписчиков, представляешь, Кошка Пипата? 100 подписчиков, но может быть меньше, может быть больше. Но у меня на канале 100 подписчиков, не знаю. 75 подписаны на Озона. И всю эту ебаторию, да, Кошка Пипата? А, вот чего значит, да? Ну вот, Кошка Пипата, я, короче, сходил в магазин и купил вот два таких пакета, да? Из пятерочки сходил, на 1000 рублей ровно, да, потратился. Чё, давайте распаковку делать. Этот пакет самый неинтересный. Вот. В последнее время, как бы на прилавках появляется много пива, да, женского такого, да, то есть. Ну, у какого женского это пиво такое, чтобы шлюх спаивать? То есть там градусов 7 обычно, 6, 7, 8. А то есть оно крепкое всегда, чтобы они с одной бутылки наглотались, у них зачесались всякие места, и они много чего захотели. Вот для этого оно и сделано. Но оно при этом такое вкусненькое, да, манго на оранж написано. Манго-апельсинка, то есть, да? Вот, женское пиво, это не значит, что его не надо дегустировать, обязательно надо, все надо пробовать, потому что мы не алкаши, мы гурманы. Так, чтобы завтра не было плохо, будет вот такая вот запивашка Беттер Лимон. Это Трудлакинского завода, который раньше Егорчик производил, а так что не умеет мешать всякие ароматизаторы. Это точная копия, как его, да, блин, ну этот есть, да, такой Швепс, да, точная копия Швепса Беттер Лимон. И вот еще от него же точная копия практически, но плохая, вот это плохая копия, вот это точная, вот это похуже, да, это копия этой, да, доктора Пеппера, только более разбодяженные. 2 литра, вот это 2 литра, да, 59 рублей. И это 2 литра, 59 рублей. Так что первый пакет мы отсмотрели. Давайте переходим ко второму. Так, переходим ко второму. Второй пакет является более интересным для нас. Потому что у нас есть такая чизи-пицца. Она при этом как бы маленькая, вот видите, я могу ее захватить вот так, как квадрат, да? Но при этом она дорогая, она, то есть, такие пиццы, они в 2 раза больше есть. А это 220 рублей, но при этом она по сути маленькая. Я такую никогда не пробовал, это тоже дегустация. Ну а вы что думали, в сказку попали? Так. Пиво Бад идет по скидке. То есть 99 рублей за литруху вот эту, да, 90 миллилитров. 900 миллилитров, то есть, да. 90 рублей, очень дешево. Кто не любит пиво Бад, тот мудак-дегенерат, мы это все знаем. Так что дальше. Но поскольку я пошел в магазин, и я люблю все острое, да, я увидал вот эти огурцы. И взял я их не потому, что они огурцы соленые, потому что какая-то привлекательная цена там. Нет, вот. Там плавал перец. Вот там, он, видите, перец плавает. Я их поэтому только их хапнул. Так, дальше. Надо что-то закусывать чем-то. Вот. Сыр балыковый копченый. Его немного там. Но он реально вкусный и реально копченый. 100 рублей тоже, наверное, стоит. Так, дальше. Это все дегустация, это все крутое. Вот, обычное. Пиво чешское, барное, которое не имеет к Чехии отношения, искусство варить, да? Оно тоже бывает разного качества, но это, то есть, обычное пиво. Обычное трехсотенское пиво, оно, в общем-то, недорого стоит. Полторашка 110 рублей, что ли. Это как обычное пиво берем, да, на уже ночную там запивку. Если придется Озона смотреть, Озон сейчас стримит, если он будет ночью стримить, его записывать, смотреть, его только под пиво можешь смотреть. Вот это ладно, это на день, да, вот сейчас. А это глубокой ночью, если спать не лягу. Ну и напоследок, три вот таких вот чебуречка. А от вот этой же вот фирмы, что делает вот эту чизи-пиццу. Никогда их не пробовал на дегустацию. Они просто очень дешевые, рублей 20 стоят. Они пойдут просто на дегустацию. Вот. Вот и все покупочки, да? Вроде как, да? Что-то там еще лежит. Что-то мне дали, да? Я это не покупал, но мне это дали.
И у меня уже есть такая штука, но я сейчас открою, покажу, что это такое. Это если покупаешь на 500 рублей, вот этого тебе дают. Вот, то есть, да, вот. Если на 500 рублей покупаешь, тебе так вот дают. Вот такая штуковина. Типа их можем много собрать, да, вот наклеечки какие-то, наклеечки, шмаклеечки, вот хрень такая, то есть, да, подшипник от КамАЗа закатан в пластик, в синий, да, опять в синий. У меня есть в черной одна, и я на столе ее держу, вот так кручу иногда, как пришибленный идиот, вот так. Потому что больше не знаю, что с ним делать. Она вот так вот, она выпадает там, когда вниз перемещаешь. Иногда вот так вот делаю, хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп, как член собаки, да, вот так хоп-хоп-хоп, да. Вот, нормально. Вот, прикольная может быть вещь, но у меня вторая такая, синяя, неинтересно. Да, у меня черненькая стоит на столе. Черненькая прикольно сделана, а синяя нахер нужна. Но подарок, бесплатному подарку в лицо не смотрит, как говорят, да? Правда, пипата? Бесплатному подарку в лицо не смотрит. Нормально, в общем-то. Так что я дальше, да, буду дегустировать это все, смотреть, что будет, да? Все достаточно неплохо, да? Ну, конечно, я пожанул. Пыжанул, вот это 220 рублей, это пыжалово конкретное, сыр конкретное пыжалово. А все остальное, да, вполне обычное. Вполне обычное, да. Не удивляйтесь.